Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Эдуард Ланчев, лицо компании Кипс Финанс. Приветствую вас на ежедневном брифинге «Ставки сделаны». Значит, два объявления. Первое объявление. Эту неделю брифинги провожу я. Олег Крот у нас в отпуске. Пожелаем ему хорошего отдыха. Вот. У нас в Москве сегодня утром было минус 10 градусов, а сейчас за окном солнышко. Очень приятно. Будем надеяться, что весна все же к нам придет в этом году, и мы ее увидим. Очень часто нас спрашивают о том, как должно быть оборудовано место трейдера. Не знаю, почему возникают такие вопросы, но тем не менее такие вопросы задают. Вот. И специально для вас мы подготовили вот такую фотографию. Сейчас вы на своих экранах увидите. Ну, примерно вот так вот выглядит место профессионального трейдера. Вот. Ну, каждый исходит из своих, конечно, возможностей в плане оборудования мест. Вот. У кого-то не хватает, значит, возможности поставить такой огромный монитор, у кого-то не хватает возможности докупить побольше гранат. Вот. У каждого есть свои ограничения, но в идеале это выглядит вот так. Я вам желаю успехов на рынке, и теперь мы переходим непосредственно к тому, что у нас сейчас происходит. Как всегда, по традиции мы начинаем сначала с западных рынков, а после западных рынков мы перейдем на российский рынок. А сейчас у вас тот, который график цветной, вы видите S&P 500, фьючерсный S&P 500. Значит, особенность этого графика и, собственно говоря, что нам делать, да, если говорить о ставках. Вы помните, что, значит, для тех, кто держит позицию уже давно, мы рекомендовали оставаться в позициях, а не на 100% в позиции. Тех, кто закупился недавно, например, вот в этой пиле, мы рекомендовали часть позиции закрыть. Где-то этот уровень был 1395. Сейчас у нас 1397. Вот. И те, кто, в принципе, очень переживал по поводу своей длинной, долгой позиции, мы тоже рекомендовали, ну, собственно говоря, уйти от нервного напряжения 50% сократить. То есть у нас есть три категории участников рынка на фьючерсе S&P 500. Значит, вы видите, что мы повышибали локальный минимум вот здесь. Сначала вот эти места, потом их вышибли. И, в принципе, на данный момент мы возвращаемся к тренду, который идет уже давно, не умещается на этом графике, не буду я его рисовать еще раз. В общем-то, сейчас момент такой, что я бы, конечно, попытался еще подождать, либо оперативно купить, когда будем пробивать 1400. Вот. Ну, если у вас нет возможности ждать, то, собственно говоря, можно купить прямо сейчас, установить свои позиции в этой точке со стопом 1380. Что это такое? Это примерно стоп у нас примерно 1%. Вот, чуть-чуть, слегка больше 1%. Вот. Ну, понятно, что мы это делаем, эту рекомендацию даем, потому что мы сейчас на брифинге, после брифинга может самое разное произойти, вот, и мы уже не сможем дать эту рекомендацию. А так, конечно, более гибко бы я к открытию этой позиции подошел, подождал бы вниз, посмотрел, как бы вверх пробивали. Таким вот образом. Значит, что у нас происходит с евро? В пятницу, перед самым, значит, завершением брифинга, уже Олег сказал «до свидания». Я сказал, что по евро накачивались большие объемы, это действительно так. После этого мы еще, после того, как мы это заметили, евро сходило еще вверх. Вот. И сейчас находится коррекция вниз. Значит, что хорошего и что плохого? Значит, первое, ткнулись мы в 1.33. Значит, по опыту движения валют скажу, что рано или поздно уровень 1.33 будет проколот, то есть пробит. Раз мы второй раз сюда подошли и ткнулись. Вот. Сейчас объемы не очень хорошие. Ждем появления снова покупок и открываем лонги. В текущий момент я это не рекомендую делать. Значит, что мне не понравилось? Мне не понравилось то, что, в принципе, объемы набежали, мы выросли, то есть на этих объемах выросли, все хорошо, а потом раз, и как будто все пропало и исчезло. Пропали покупатели, пропали продавцы. Вот. Не совсем естественное движение рынка. Возможно, рынок поддерживается перед выборами президента Франции, которые состоятся в апреле. Не знаю, насколько это им нужно, но почему бы, в принципе, нет. В целом, движение не очень понравилось. Вот. Но если будут покупки идти, собственно говоря, двигать против реального спроса мы не можем, поэтому нужно открывать
длины позиции. Но сейчас, в текущий момент, это не то время. Что еще? Давайте посмотрим, что произошло на нефти. На нефти, вы знаете, значит, у нас было движение в пятницу, резкое движение, вдруг ни с того ни с сего за несколько минут. Нефть выросла примерно на 3%, был рост. Вот. Это движение произошло из-за того, что Иран заявил о сокращении поставок нефти в Европу на введение санкций. Сократил примерно на 10% значит, поставки. Значит, на этом мы резко выросли, потом произошла коррекция, и, собственно говоря, всю регулярную сессию на нефти дальше мы, в общем-то, болтались на месте и сейчас слегка припадаем. Наш долгосрочный взгляд по нефти остается по Crude Light, остается в силе. Мы ожидаем, что она дойдет до 120 долларов. Вот. На данный момент мы опять находимся где-то у верхней границы вот этого наклонного канала. Я бы подождал еще небольшую коррекцию, подождал бы начало объемов и движения вверх и покупал бы. Вот прямо из этой сейчас точки покупать не очень хочется, потому что, в принципе, легко можем проскочить 106 вниз. Что у нас золото? По золоту просто покажу картинку и скажу, что мы по-прежнему ничего не делаем. Золото у нас вернулось к уровню 1660. Продолжаем находиться мы в этой пиле. Для покупок рано, а в шорт по золоту мы не хотим играть, потому что не знаем, до какого уровня, на каком уровне комфортно центробанки собираются держать золото. Если будут явные покупки, будет вырисовываться возвращение к глобальному растущему тренду, тогда мы войдем в позицию, пусть это будет выше уровня, но зато менее рискованно. Так, по-моему, все я по рынкам, по западным сказал. И теперь мы с вами переходим на российский рынок. Что у нас на России? На России мы сегодня открылись гэпом вверх. Значит, на России мы сегодня открылись гэпом вверх. Ничего, в принципе, примечательного в этом нет. Хотел бы рассказать немного. Первое, значит, две основные идеи по российскому рынку. Первая идея, что в принципе падение не закончено. Вот, и на мой взгляд, мы еще, в принципе, сейчас краткосрочной тенденции мы можем подрасти, но движение вниз, скорее всего, будет. А будет ли это движение вниз с пробитием уровня, вот сейчас у вас уровни внизу это. Например, 1520 по МВБ, по индексу МВБ вниз или не будет, не знаю. Но то есть тяжело это сказать, но при подходе к уровню по МВБ, например, 1570, тем более выход на 1575, это пробитие вот этого локального максимума. Ну вот вообще заход в эту зону от 1560 до 1575, вообще заход в эту зону, я бы очень внимательно присматривался к рынку для того, чтобы, возможно, открыть шорты. То есть это не значит, что мы зашли в эту зону и сразу нам шорты открывать, но присматриваться мы начнем. Потом по акциям отдельно пробежимся и увидим, собственно говоря, что по какой акции отдельно. Вот, то есть, первое, сейчас краткосрочное движение еще вверх будет, да, вот мы растем, и оно еще будет, но в то же время в среднесрочном плане движение вниз, мы остаемся на падающем тренде. Обсуждали мы ситуацию с нашими аналитиками, вот с Дмитрием Шагардиным, я говорил, Олег Кроц не раз подчеркивал, что, в принципе, вот это то падение, которое пронеслось на прошлой неделе, оно было связано с ликвидностью, значит, прежде всего, ликвидность – это выплата налогов. Вот, Дмитрий Шагардин рассказал предположение о том, что это связано с какими-то там обысками в банках и возникновением проблем на межбанковском рынке, есть и такое предположение. Ну и с учетом того, что в принципе на прошлой неделе вышла сразу серия статей и материалов по банковскому сектору, ужесточению политики Центробанка в банках, увеличению уставного капитала, можно ожидать, что в ближайший год-два, собственно говоря, от того количества банков, которые сейчас есть, останется только треть банков. С точки зрения
для российской банковской системы это хорошо, для торгующихся на бирже банков, в частности Сбербанк, ВТБ на биржах, это хорошо, вот, но это плохо, будет колбасить немного банковскую систему, краткосрочно как будто в этот период это плохо, но в целом и для государственной банковской системы, в целом для нас с вами, как граждан России, и в общем-то для рынка акций, в целом это будет хорошо, но сейчас вот такие вот вещи существует. Значит, сейчас мне пришел сразу вопрос, сегодня имеет смысл какие-то покупки делать? Я хочу сказать, что нет. Я против того, чтобы делать эти покупки, потому что то движение, которое сейчас идет вверх, давайте вот на «Газпром» перейдем, то движение, которое сейчас идет вверх, это на самом деле движение после такого падения, однозначно помещение воспринимается как движение отскок, вот отскок от падения, откат от падения, и понимаете, это сродни попытки поймать еще падающие ножи за острое лезвие, да, то есть вот это делать нельзя, нельзя плевать против ветра, нельзя вставать против тренда, пока не будет явных признаков пробития трендов, укрепления на новых уровнях. Лучше открывать позицию выше, но с большей вероятностью продолжения движения вверх, чем открывать на этих уровнях, ожидая, собственно говоря, разворота и дальнейшего безумного роста. Поэтому, в принципе, вот как Олег говорил, он называл в пятницу определенные уровни, от которых можно посмотреть, попытаться шортить определенные акции, например, Норникель, там, Лукойл. В принципе, мы сейчас эти уровни снова посмотрим. Давайте посмотрим на «Газпром». Сейчас у вас «Газпром». То есть глобальная идея такая. Мы в лонг не встаем по российскому рынку, а шорты открываем краткосрочные и очень внимательно следим за рынком. Даем ему, как говорится, возможность сделать маневр. Какие мы индикаторы используем? Ну, давайте посмотрим на индикаторы, которые установлены здесь. В принципе, это стохастик сейчас, есть фракталы. Вот. Можно использовать RSI. Я лично люблю еще Direction Moving Index, DMI. Индикаторы, по большому счету, на самом деле, от индикаторов мало что зависит. Не мало что зависит, а, скажем, не так. Вы можете любой индикатор использовать, а, собственно говоря, дело не в самом индикаторе, да, дело в том, как, что вам ближе, что вы готовы интерпретировать. Да. Я люблю ориентироваться по общему движению и по свечкам. Да. Индикатор это лишь отчасти, я не знаю, там, насколько на 10 максимум, 20% играет какую-то роль. Да. Четкие принятия решения по индикаторам в данном случае. Принимать решения я не люблю. Вот. На данный момент, значит, «Газпром» подошел к уровню 184. Вы видели, что он оттолкнулся от уровня 180. Вот это сейчас на ваших экранах, сейчас проведу линию 180. Оттолкнулся. Уровень, до которого, в принципе, он может дойти, на мой взгляд, достаточно свободно. Сегодня он может дойти до уровня 185. До уровня 185. Стоит ли там играть в шорт или нет, не знаю, но я бы даже сейчас не лонгил, не входил в лонг. Вот. Надо смотреть, если от уровня 185 мы начинаем разворачиваться и набирается объема на продажу, то я бы сыграл краткосрочно в шорт с целью выхода снова на уровень 180. Так, давайте смотреть, что у нас дальше. Сбербанк у нас, вы знаете, держится. СПО обещано. Состоится ли оно весной или состоится оно позже, мы не знаем, но Сбербанк держит, в отличие, например, от ВТБ, по которому СПО обещано намного дальше. Значит, средняя цель, около которой, в принципе, цены могут колебаться вверх-вниз, это 100. А в целом создается ощущение следующее, где-то на 3-4% выше 100 начинается залив. Вот, как только на 3-4% ниже 100 падаем, идет выкуп. То есть в целом, скорее всего, вот это на дневных графиках, это вот здесь вот видно в последнее время.
мы в этой пиле ходим. Вот. Скорее всего, такая тенденция сохранится все последнее время. Значит, если в целом рынок вернется к растущему тренду, то, конечно, Сбербанк мы вполне можем увидеть на 110. Но на данный момент мы такой цели не ставим. Вот. И сейчас, если играть, то играть краткосрочно, около уровня 100 не играть. При отклонениях от 100 в ту или иную сторону можно что-то делать там, да. Вот. И желательно, конечно, чтобы это были лонги, а не шарты. Все же надо понимать, что государству выгодно, чтобы продавать акции подороже, а не подешевле. То есть не надо, собственно говоря, играть, идти против слона и бросаться ему под копыта. Значит, привилегированные акции Сбербанка, давайте посмотрим. По привилегированным акциям Сбербанка, ну, там идея такая, что, значит, будут объединять акции, да, префы перейдут в обычку, поэтому, в принципе, все последнее время они и росли. Сейчас вместе с рынком прошла коррекция, там, да, вы видите, на уровень 76 по привилегированным акциям Сбербанка мы падали. Силы для коррекции, я бы сказал, по сравнению с обычными акциями, нет. И я считаю, что, в принципе, на данный момент идея, вот, которая по конвертации из привилегированных акций в обычку не очень состоялась, и по привилегированным акциям я сейчас тем более не стал играть вверх. Вообще оставил бы их в покое. Да, то есть лучше использовать для торговли обычной акции. Давайте посмотрим на норильский никель. Значит, это уровень по норильскому никелю, на который мы сейчас выходим. Вот сейчас я свечки Дели нарисовал, да. Мы можем выйти легко сейчас на уровень 5500. Сейчас он торгуется на норильский никель 5462. Начиная от уровня 5500, внимательно следите за ситуацией. Если будут рисоваться разворотные свечки, фигурки, накачиваться объемы на продажу, в принципе, я думаю, надо играть в шорт. То есть пока наше мнение такое, что скорее падение продолжится, чем мы из этой точки начнем безумный тренд вверх. Если действительно тренд вверх состоится, то, скажем так, мы свою оценку по норникелю, в частности, пересмотрим где-то на уровне 5700. Да? В этом случае здесь мы уже начнем входить в лонг, смотреть откаты и модельки для продолжения роста. Вот. А в текущий момент мы смотрим и отслеживаем фигуры для шорта. Вот прямо сейчас, в текущий момент, шорты открывать не хочется. Мы достаточно уверенно движемся в краткосрочной динамике вверх. Вот, ждем именно 5500. Значит, что касается Лукойла, значит, Олег говорил, что выход на уровне 1750, это в пятницу, он говорил, что возможно для открытия шортов. Вот сейчас мы на этот уровень, в принципе, вышли. Опять же, отслеживаем ситуацию. Легкий запил, разворот. Начинаем играть в шорт. Собственно говоря, стопы ставим достаточно близкие. Вот максимальный стоп, который, то есть самый максимальный стоп 1870, ну, на самом деле, я бы ставил намного ближе. Вот если открываться прямо сейчас, я бы не ставил стоп больше, чем 1855. Да? Но прямо сейчас я этого не советую делать. Давайте посмотрим, чтобы ситуация созрела, и только после этого уже действовать. Опять же, в лонги мы не играем, я говорю, по всему спектру. Основной принцип работы на рынке, он описан Ливермором в книге Лефьера «Воспоминания биржевого спекулянта». В принципе, мы не должны играть против всего рынка. И есть такое правило, если, например, в свое время одна из лучших моих механических торговых систем была на российском рынке, та, которая фильтровала все сигналы по движению индекса РТС. То есть, если в целом индекс РТС направлен вверх, то соответствующие по всем акциям мы играем только вверх. А если приходится сигнал шорт по акции, мы его просто не слушаем, максимум мы закрываем позицию. Самая устойчивая система была на то время. Значит, что касается по Роснефти. Олег говорил про открытие краткосрочных торгов по Роснефти на уровне 1212. Значит, ну это касалось пятницы. Пятница прошла, там это в принципе сыграло правило. Сейчас мы на 213 рублей 32 копейки. Я считаю, Роснефть вполне может дойти до уровня 215. И в принципе, если это произойдет или войдет где-то в зону выше
214-215 и будет разворачиваться, можно искать возможности для открытия шортов. Что еще? По ВТБ. Значит, ВТБ мы оставляем в покое, мы не играем ни в шорт, ни в лонг. В принципе, глобальная идея по ВТБ, что по нему все же будет доп. Размещение. На данный момент идея эта не получила пока подтверждения. Нет подтверждения со стороны руководства банков, нет новых заявлений со стороны Центробанка и нет соответствующего спроса, поддерживающего на рынке. Вот. На самом деле, мне кажется, что это все это будет в ближайшем времени. Сейчас мы ждем окончания 13 апреля, когда закончится выкуп акций у физических лиц, которые сделали свои приобретения на IPO. Вот когда это произойдет, я ожидаю активности в этом направлении. А пока, по всей видимости, активности не будет. Поэтому ВТБ ведет себя так же, как остальные акции. Мы оставляем ее в покое, ничего, в принципе, не делаем. А фьючерс на РТС, РИМ, то есть это июнь месяц. Значит, у нас здесь стратегия следующая. На данный момент сейчас пытается нарисоваться разворотная свечка. Вот. Вы знаете, что мы дошли до уровня 159. И, в принципе, считаем, что, скорее всего, мы к этому уровню вернемся, попытаемся снова его пробить. Значит, в зоне выхода от 164, вот сейчас мы выше пробивали, до 165,5. Значит, рекомендуем присматриваться к возможным шортам. Ну, вот прямо сейчас, да, законченных фигур для открытия краткосрочных позиций, то есть шортовых позиций, нет. Но старайтесь следить на рынке. Лонги мы, опять же, не открываем, потому что не хотим играть против всего рынка. Перспективы Сургутнефтегаза ПРЕФ. Скажу откровенно, не за всеми акциями столь подробно следим. Вот, сложно мне сказать про Сургутнефтегаз и особенно про его привилегированные акции. Сургутнефтегаз всегда оставался, сейчас на ваших экранах появится, Сургутнефтегаз всегда оставался закрытой компанией, очень мало корпоративных отчетностей, очень плохо работает с компанией по поддержке акционеров. В принципе, ничего удивительного здесь нет, если понять, в чьих руках находятся контрольные пакеты акций. Вот, никаких особых движений по этой акции в ближайшее время мы не ожидаем. Вот, привилегированные акции, вот, судя по графикам, в принципе, выглядят неплохо, но лично, что меня касается, я не любитель торговли на привилегированных акциях. Вот, не любитель торговли. И, в принципе, меня не соблазняет ни собрание акционеров, ни что. То есть я люблю торговать на обыкновенных акциях, потому что ликвидность по ним выше. Вот, и мы можем вовремя выйти из позиции, какой бы она ни была, длинной или короткой. На данный момент вы видите график, находимся мы в долгосрочном растущем тренде. Тот, кто длинные позиции сбрасывает, долгой долгосрочной позиции, которые мы занимали еще до Нового года, сбрасывать их смысла, в принципе, не имеет. Открывать новые позиции по этой акции сейчас сверх при общем падении рынка, ну, думаю, это, наверное, неправильно. И, в принципе, для большего заработка соотношение риск-доходность более интересно по другим акциям есть, чем по этой акции. Вот так вот. Если у вас... Вы знаете, у меня сейчас на... Вот я вижу вопрос, можете прокомментировать профиль объема в «Газпроме» последних 3 дней. На данный момент у меня нет графика с объемами на данном компьютере. Вот. Профиль объемов мы смотрим на... Значит, да, есть у нас индикаторы в Квике, они здесь настроены. Есть бублик, в котором эти профили также указываются. На моем компьютере стоят профили для западных рынков. Поэтому, Михаил, извините, я, к сожалению, сейчас не могу что-то показать и, в принципе, как-то это откомментировать. В общем-то, брифинг у нас подходит к концу. Сегодня я вел за себя и за Олега, западный российский рынок. Немного мы с вами задержали, но это с непривычки. Как говорится, завтра, надеюсь, мы уложимся в более краткосрочное время. Значит, если у вас есть еще вопросы, задавайте. Если их нет, приходите завтра. Значит, напоминаю, что в 12 часов состоится наш брифинг Fresh. Будет его вести
Дмитрий Шагардин, ровно 12 часов. Приходите, вы можете задавать вопросы по фундаментальным вещам, по акциям, по макроэкономической статистике. Дмитрий сегодня в очень хорошем расположении духа. У нас состоялось мероприятие в субботу вместе с Smart Lab. Была огромная тусовка в Питере на Марата. Вот, Дмитрий был одним из ведущих участников. У него прекрасное настроение, поэтому он сегодня ответит уж 100% на все ваши вопросы, хотя и так же день старается. Поэтому приходите. Всего доброго, до свидания. Успешных вам трейдов и инвестиций. Следите за нашими брифингами, подключайте, смотрите их записи и становитесь клиентами компании KitFinance. Мы постараемся для вас оказать сервис на самом высоком уровне. Всего доброго, до свидания.